Джайна Хадсон, светская львица Готэма и загадочная преступница Белый кролик. Она родилась в семье американского дипломата Тома Хадсона и его жены, актрисы Болливуда. Спустя годы Джайна стала организатором благотворительного сбора средств и встретила Брюса Уэйна. Белый кролик впервые появился в преступном мире вовремя побега из психиатрической больницы Аркхема. Она дразнила Бэтмена и полицейское управление Готэма. Позже белый кролик приводит Бэтмена к битве с Пугалом и Бэйном. Спасаясь, белый кролик вернулся в дом Джайны, и они объединились в одного человека. Ее видели на чаепитии с безумным шляпником и несколькими трупами, похожими на Алису в стране чудес.